Данелия Тулешева представила новую проникновенную видеоработу на песню «Мама». Клип получился теплым и семейным, ведь в кадре собрались самые близкие и главные женщины юной певицы – мама и две бабушки. А в главной роли ее младшая сестренка Амели. Я, можно сказать, там не персонаж, я как муза, я как что-то свыше. Она огромная, молодец, я очень горжусь своей сестренкой. И следующий клип, когда будет клип «Папа», мы будем снимать там моего братика, и он будет искать своего папу, вот. И будет его звездный час. Маленькая Амелиша играет роль своей прабабушки, когда та была еще ребенком и гуляла близ родного аула. Мама Данелии Елена выступила в образе хранительницы, которая всегда оберегает девочку. Впрочем, в этом ведь и заключается роль матери. Мы с мамой как подружки. Потому что подружки могут иногда ссориться, они могут доверить тебе любой секрет, они могут разговаривать о любых темах. Как любая мама, она всегда, для артистов это очень важно, чтобы вовремя кто-то их спустил с небес и приземлил сюда, на нашу родную землю. Отметим, что Данелия взялась за исполнение на казахском не впервые. Стоит признать, что девочка неплохо справляется с произношением. Впрочем, как мы все с вами убедились, ей поддаются все языки. Огромное спасибо я хочу сказать Лукпану Жолдасову за эту прекрасную музыку. И в первый раз, когда мы услышали эту песню, мы сразу поняли то, что нас судьба свела с этой песней.